второй домашний матч сезона. Играем с Оренбургом. Разобрали соперника. Соперник серьезный. Цепкий в защите, в нападении. Пацаны все хорошо играют. Бойки легко нам точно не будет. Будем биться до конца, показывать нашу лучшую игру, потому что мы сейчас зашли, я думаю, в оптимальный пик формы, когда мы можем, как вы могли заметить по матчу с Питером и Динамо, то, что мы уже с грандами бьемся наравне. Это самые важные матчи сейчас для нас. Соперник, он по-своему неудобен. Да, поэтому я вообще не драматизирую первый сет. Сценарии могут быть разные. Сейчас волейбол настолько выровнялся, что никаких аутсайдеров. Ну, я рад тому, что мы все-таки даже в первом сете не бросили бороться и без паники продолжили играть. Ну, это будет небольшим уроком. В первой партии получилось, да, они нас разбудили, да. Недооценка соперника где-то, может, не на 100%. Вышли играть, но в дальнейшем как бы собрались и показали свой, наверное, волейбол. Подача полетела. Все-таки потом начали выбивать приемы и сразу стало легче гораздо. Со второй партии начиная, Белгород начал прессовать нас, и у нас все рассыпалось, как будто мы первый раз вместе собрались. Случилось. Белгород добавил, мы чуть сбавили, и так вот три партии прошло следующие. Ну и, конечно, то, что Мухаммед в четвертом сете взял на себя игру, подачу, 9 подач подряд подал, это тоже сыграло большую роль. Нам, да, уверенности, то, что мы можем играть и на выезде, и дома, бороться. Вот, Нижневартовский тоже будет непростой матч, да. Ну, плюс еще Новосибирск. Будем бороться.